Депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев провел прием. Граждан рассмотрел более 10 обращений. Поднимались вопросы трудоустройства, материальной помощи, устройства детей в детский сад и неправомерных действий различных структур. Так Мавлудин Азаев в поисках справедливости приехал из Дербента. У него сложились непростые отношения с судебно-исполнительной системой Сулейманстальского района. Конфликт разгорелся 10 лет назад, и до сих пор в его деле нет ясности. А Магомед Муратханов никак не может дождаться своей очереди для устройства своих детей-близнецов в детский сад. В очереди он был 19-м, но через 2 года она странным образом стала двигаться не вперед, а назад. Гаджимет Сафаралиев все вопросы взял под личный контроль.